сколько неподписанных! Ребята, 80% подписчиков не подписаны до сих пор на мой канал. Давайте исправлять это недоразумение, чтобы не пропускать каждый мой новый топовый видеоролик. Так что спасибо тебе огромное за это, ну а мы погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Костик попал на связи, и сегодня у нас выходит новое топовое видео. Сегодня я вам расскажу о том, вообще, как проходить новый ретро-челлендж. Также расскажу, где купить, получается, нового медведя. Как вы знаете, у нас сейчас не продаются нигде медведи. И также, почему у нас не работает портал в ретро-челлендж. Про это я буду сегодня все рассказывать, поэтому перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, также подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также, ребят, давайте поставим над этим видосиком, ну, лайков 254. Как только набираем это значение лайков, так сразу выпускаю новое топовое видео. Ну и также, конечно же, досмотри это видео до конца, потому что оно будет максимально полезное для тебя. Ну что ж, приступаем к ролику, погнали, расскажу. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе, в принципе, расскажу о группе BeeSwarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я, в принципе, для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи, но это было BeeSwarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. В общем, ребят, буду рассказывать насчет первого. Это у нас вот этот портал, который у нас в данный момент, ребята, не работает. Возможно, тут у вас написано, как и у меня, то, что hello, то есть это привет, to Roblox, то есть ты телепортируешься типа в зону Classic Event. Эта зона, если что, разработчик нам уже сказал, что эта зона в будущем у нас останется после, ну, когда ивент, получается, у Roblox уйдет, то этот режим останется, и мы будем заходить в этот портал. В общем, в этот портал сейчас зайти нельзя, поскольку он не работает. Потому что, как вы знаете, у нас есть вот такой вот большой портал, пока проходит ивент, и нужно забегать именно в него, тогда вы попадете в классик зону. Если вы, конечно, будете заходить в этот, у вас на 90% туда не зайдет, потому что в данный момент только через этот портал можно туда зайти. После того, как исчезнет этот портал, когда ивент пройдет, у нас опять же этот ивент останется навсегда в игре, потому что, опять же, повторюсь, что разработчик об этом сказал, поэтому мы будем заходить в этот портал. Первое рассказал. Второе, ребята, давайте расскажу про ретро-челлендж. Как вы знаете, ребята, у меня вчера был ролик, кто его не смотрел, там был, грубо говоря, гайд видео, как мы проходили, в принципе, ретро-челлендж. Но многие задают вопросом, ну, почему невозможно пройти, там, допустим, у вас ули там 16, как у нас были, ну, у нас вообще больше были, там, у меня 18 ули, у ребят там 17, 16 пчелы, ну, и также у моего модератора, который с нами был, у него там 21 левел пчел был. Ну, в общем, мы не прошли больше 20 раундов. В общем, перед тем, как вы заходите в ретро-челлендж, ребят, подготовьтесь и сразу же фармите всякие бафы. Также покупайте, накопите на самый жесткий меч, который за 1500 блоков там продается. И обязательно все атакуйте. И, конечно же, всем советую взять лучше всего будет, чтобы все были в красном улье. Допустим, 3 человека в красном, а вы в синем. Вот так вы сможете добиться лучшего результата. Потому что красный улей — самый сильный улей, который есть в игре. Поэтому обязательно готовьтесь. Ну и насчет третьего, это, ребята, у нас не продается медведь. В общем, мы сюда забегаем, и как вы наблюдаете, здесь у нас нету медведей. То есть, опять же, где наш медведь, который мы всегда покупали за 2000 тикетов? Куда он пропал? Ну, в общем, одно из суждений, ребята, это, скорее всего, Анет после ивента добавит или доработает немножечко этот магазин и добавит куда-то сюда на какие-то из этих местов. То есть, видите, у нас тут место пустое, также здесь место пустое, то есть еще один кружочек поместится, поэтому у нас какие-то еще будут, возможно, тут покупочки. Ну или также, скорее всего, я, конечно, не смотрел еще, но, возможно, здесь он есть. Давайте зайдем, посмотрим. Так, мы заходим сюда, тут, конечно, ничего, походу, и нету. Ну, как бы, как было, так и осталось. Ну, вот этот медведь классный, конечно, крутой. Ну и все, в принципе, тут нету медведя, да, даже если мы зайдем вот сюда, где у Дапер медведя, возможно, там продается. То есть мы заходим сюда, и как вы наблюдаете, тут тоже ничего нету, ну, кроме того, что тут наклейки и всякие плентеры. Все, нету медведя нигде, так что, скорее всего, первое суждение мое, что, возможно, Анет в течение этих дней просто доработает магазин,
И, получается, добавит в сам магазин, опять же, вернет нашего медведя, самого обычного. Ну или, возможно, у нас будет какой-то квест на прохождение таких медведей, может, какая-то новая механика будет для них. В общем, лично по этому вопросу я не знаю, но если есть человек, который знает больше меня, то, пожалуйста, пиши в комментарии, в принципе, как его вернуть. Потому что сейчас многие игроки этим вопросом задаются. Ну и что ж я хочу еще сказать. В принципе, все. Задавайте вопросы, если у вас какие-то вопросы возникли, куда там что пропало, Костя засними это, Костя засними то. И, пожалуйста, ребята, которые читают эти комментарии, если вы видите похожую идею от моего подписчика в комментариях, то просто поставьте лайки и напишите свою. Помогайте друг другу ставить лайки на комментарии. Таким образом, вы будете друг другу помогать, и эта помощь будет вам, конечно же, возвращаться. В общем, вы знаете закон бумеранга, поэтому объяснять, в принципе, не буду. Помогайте обязательно, чтобы так было намного больше видео у меня на канале, во-первых, а во-вторых, вы делаете добрые дела. Поэтому насчет всего такого я рассказал в этом ролике. Надеюсь, теперь вопросов по этому поводу не будет. А если будут, возможно, кто-то в комментариях знает, как это сделать. В общем, то пишите, конечно. Опять же, все сниму, все покажу. Возможно, я в чем-то не разобрался, но, конечно же, я, скорее всего, полностью во всем разобрался, потому что перед снятием ролика, конечно же, я готовился к нему. Поэтому как-то так. Ну, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Так что расскажи об этом видео своему другу. Также поделись этим видео в каком-нибудь Roblox-сообществе, пожалуйста, если тебе не сложно. Это очень сильно мотивирует меня. Ну и, в принципе, на связи был Костян. Оставайся добрым, будь мудрым. Сейчас пошел читать все ваши комментарии. Так что, если хочешь лайк от меня, от автора, то обязательно пиши комментарий. Ну и что ж, завтра увидимся на новом топовом ролике. Возможно, будет гайд. И, кстати, возможно, на днях будет ролик про то, как мы будем, короче, спавнить 1000 ростков и что с них выпадет. Ну, точнее, мы будем искать Supreme росток. Сколько нам их вообще выпадет. Поэтому как-то так. Все. Не буду задерживать, ребят. Пошел читать ваши комментарии.